Здравствуйте, слушаю. Совкомбанк Антон Валерьевич. Что-что? Как могу услышать? Совкомбанк Антон Валерьевич. Подскажите, как могу услышать Елену Николаевну? Антон Валерьевич, а фамилия как у Антона Валерьевича? Моя фамилия Майоров. А что вы сразу не сказали? Фамилию мы не обязаны, то есть... Не, существует у нас с вами, Антон Валерьевич, 230-й федеральный закон, на основании которого вы обязательно должны представиться полностью. Какую организацию представляете? Имя, отчество и фамилию. А то, знаете, Антонов Валерьевич. Фамилию представил. Но это когда я попросил, а почему приходится переспрашивать? Стесняетесь своей фамилии? Что? Что еще раз? Вы стесняетесь своей фамилии? Я не стесняюсь. Вы стесняетесь своей работы, может быть? Нет, если у вас в банке такой регламент, то этот банк нарушает закон. 230-й федеральный, тот самый. Действуем согласно действующему законодательству. Вот в действующем законодательстве четко конкретно сказано, что при звонке должнику, заемщику, клиенту вы обязаны полностью представиться. А именно, какую организацию представляете, вы это сделали? Как вас зовут, фамилию, имя, отчество? Антонов Валерьевичей на белом свете дофига, так же, как и Майоровых. Но если вот эти все данные сопоставить и прицепить к этому еще Совкомбанк, тогда я еще не закончил, поэтому будьте любезны выслушать до конца. Не надо меня перебивать. Так вот, если сопоставить все эти данные, то можно вас легко найти, если вы будете в разговоре позволять себе лишнее. Итак, Антон Валерьевич, я вас слушаю. Я старший брат. Мы себе не позволяем. Ну и слава Богу. Боже упаси. Елена Николаевна. Совершенно верно, да. Скажите, ранее с вами связывались, просили информацию передать Елене Николаевне. У вас была такая возможность? Конечно, была. Она как-то ситуацию вам прокомментировала? Естественно. До сих пор с нами не связалась? Она не хочет. 13-го. А я же несколько раз уже говорил вот вашим сотрудникам, что вот эти звонки, они ничего за собой не несут, более того, никакой юридической нагрузки, самое это главное, на мой взгляд. Поэтому будьте любезны перейти на письменный формат общения, это, по-моему, цивилизованное предложение. Если у нас с вами цивилизованный конфликт возник, то мы давайте и будем цивилизованно сопровождать его письмами. То есть Елена Николаевна на оплату подходить не собирается, правильно понимаю? Елена Николаевна вам ответила на ваши, как говорится, вопросы, которые вы задали устно, в письменном формате. В каком письменном формате она ответила? Это когда берется, не понимаю, о чем вы говорите. Открывается Word, допустим, если мы Windows пользуемся, и набивается текст, после чего выкидывается на принтер, распечатывается, проверяется на предмет орфографических ошибок, подписывается, запаковывается в конверт. Вы задали вопрос. Как она делает. Да, а что спрашиваете тогда, раз вы понимаете? Она написала письменное какое-то уведомление в банк? Или конечно, несколько штук. И у нас даже есть уведомление о вручении, что банк. А какая разница? Ну, есть уведомление, вот, по-моему, позавчера там какое-то еще пришло. Мы, по-моему, 8 писем уже написали вам. Я просто звонил до судебного отдела с Москвы. Такую информацию мне никто не передал. Мы в головной офис. Ну, мы в головной офис отправляем письма. Документы по ее договору находятся в досудебном отделе. Отлично. На 51-й день уже задерживается факт оплаты. Ну, задерживается. Так мы свою позицию обозначили. Мы свою позицию... Нет, мы не хотим устно общаться. Мы вам помогаем. Раз вы в досудебном отделе находитесь, вы должны понимать, что в суд нужно идти с досудебной претензией. Зачем тогда вы сейчас устно с мной разговариваете? Ну, вы позвонили, я вежливый человек. Вы сами себе противоречите. А вы хотите, чтобы я трубку забросил? Я вас услышал. До свидания. И вам до свидания. Кладите трубку.